сборки последних двух ребер могут возникнуть такие ситуации, которые решить с помощью обычных формул невозможно. Такие ситуации называются паритетами. Вот один из них, когда у нас все ребро собрано, но оно развернуто. Формула для данной ситуации следующая. Право на 2, заднюю 2 раза, верхнюю 2 раза, лево на себя, верхнюю 2 раза, право на себя, верхнюю 2 раза, правую от себя, верхнюю 2 раза, фронтальную 2 раза, право от себя, фронтальную 2 раза, лево от себя, фронтальную 2 раза, право на 2. Таким образом решается данная ситуация. Следующий паритет выглядит следующим образом. Одна из частей нашего ребра развернута, другая собрана. Но также эти два элемента нужно поменять местами. Формула для этого следующая. Две нижние грани по часовой стрелке. R, фронт штрих, up, R штрих, фронт. Две нижние грани против часовой стрелки. Также может возникнуть ситуация, когда мы используем предыдущую формулу, но мы не можем использовать, так как данное ребро стоит не здесь, а вот здесь. Поэтому мы его разворачиваем формулой, которую мы использовали для того, чтобы переставить данный элемент вот сюда. D, R', back', D2. Таким образом, мы подгоняем наше ребро под то самое положение, из которого мы уже можем его решить. Все оставшиеся случаи можем решить с помощью той же самой формулы.